Соревнования на внедорожниках – это очередной повод собрать на одной площадке самые интересные и необычные автомобили города. А потому на Брестской Калахари 2017 с удовольствием приезжают не только профессионалы, чтобы помериться силами, но и любители, чтобы посмотреть на эксклюзивные экипажи. Каждое соревнование мы планируем где-то за месяц, ищем место, отрабатываем категорию в зависимости от того, какие машины будут участвовать в соревнованиях. Сегодня трасса такая не очень сложная, но она зрелищная для зрителей. Традиционно соревнования такого профиля собирают тех, кто не просто сам болеет любимым делом, но и приобщает к этому близких. Андрей Стасевич на состязание всегда приезжает с семьей. Пока папа готовит внутреннюю систему автомобиля к стартам, дочь проверяет рулевую. Подготовил машину, проверил подвеску, проверил рулевое, тормоза и приехал на участие. Все, в принципе. А так, мое хобби, делал машину около года, разбирали, смотрели, красили, варили, подготавливали, лифтовали, ну и так далее. Маршруты для всех четырех категорий были самыми разными. Каждый разработан в зависимости от класса автомобиля. Непростая трасса доставила хлопот всем участникам. Песчаные валы, неровные возвышенности, водные преграды. Переходя от этапа к этапу, жажда победы становилась все сильнее. Однако не только это главное. Для спортсменов соревнования – хороший опыт, который станет залогом успеха на других стартах республиканского и международного уровня.